Выдержала я долго сидеть, так и заснуть можно. Небольшой тенечек. Видно, слишком много сразу. Съел мороженое, а следом, наверное, грамм 750 миллилитров чая выпил с залпом холодного. И такое чувство, что я объелся. А после сытного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать, да. Сейчас бы я где-нибудь лег и скорее бы всего на пару часиков заснул. Но надо идти в магазин. Поеду на дачу к брату. Тут в Осиповичах есть такой смык. Не знаю, это район на речке Свислочь. Там разлив большой. Там дачный поселок. Самый, наверное, известный в Осиповичском районе. Вот, поеду так к брату. Ну, надо купить чего-нибудь ему вкусненького, позвонить, может, закажет, что пиво какое-то ноль, безалкогольное, я в этом не понимаю. В общем, поедем в магазин и к машине. Тут где-то в тенечке на баме припрятал свою машину. Дорога плохая. И снимать нечего, ничего интересного. Немножко не там поехал. Вот, осталось 40% заряда. Может, километра 5-10. Да, в такую погоду лучше всего основной массе людей дома сидеть, кондиционер включить или на пляже. Через каждые 10 минут водичку раз и остыл, раз и остыл. Иначе может солнечный удар, какие-то другие последствия нехорошие быть. Хотя я вот уже езжу. Машина стоит вроде, и три одинакового цвета. Объедем дом, там как раз редакция местной газеты. Да, перепил, ну, чтобы, наверное, пил и пил. То есть жажда осталась. А живот, ну, чувствуется, уже лопается. Наверное, мало ем и маленький желудок. Ой! И сигвей с каждым разом тяжелее, тяжелее. На бордюры эти высокие поднимать. Вот тут квас холодный. Но как-то уже не хочется этот квас пить. Если живот полный. То есть пить все очень хочется, но живот как бы не пускает уже.
купил, не совсем то, что мне подходит. Ой, извините. Добрый день, девушка. А здесь у вас... пиво, отдел, куда идти? Вот если вы мне сама, вот меня попросили купить пиво какой-то ноль, говорят, и само без, ну, алкоголя, как-то. Нулевочка. Да, да, ну, а какая? Балтика, ну, ну без... Балтика, слово вроде сказали. Да? А какой еще есть? Чем? Подождите, Балтика, нулевка будет, наверное, вот так, нулевочка, а, да? А больше нету такие есть все? Златый Базан, тоже хорошее пиво. Ну, одну, на, я буду 5 брать, но надо таких 4 такое. Слушайте, а... Лицкая в холодильнике есть нулевочка, а? Лицкая. Слушайте, а ну больше сама нету, чтобы было... Нет, нет, они маленькие? Идут только 0,5 и баночные. Так, а как мне их взять? Ну, вот 5 штук. Возьмите корзину. Ага, спасибо. А то я вроде как... И снимать кашу, извините. Возьмите, может, Лицкое еще вам в холодильник. Я сам не пью пиво, это мне, ну... Вам еще положить? Да. Каких? Вот 4 таких вот. Ну, какие? Это какое? Да-да-да, вот эти 4. Балтика. Да. Что, и таких 4? Не-не-не, все, хватит? Да, сейчас буду звонить, что ему еще купить. Все, вот, добро, спасибо.